Привет, друзья! Сегодня последняя тема из серии тем о Божьем Завете, и мне было очень-очень приятно и радостно, что мы хотя бы вот в таком формате могли познакомиться с вами, дорогие зрители. Мы прошли этот путь исследования Библии, и я уверен, что мы будем в будущем продолжать вместе изучать Библию, знакомиться, смотреть на то, как же нам сделать нашу жизнь уже даже сегодня, не только в будущем, счастливой. И сегодняшняя тема у нас как раз о счастье, о радости, о бонусах, которые мы можем получить сегодня, если будем выбирать какой-то правильный путь. Но давайте вначале, перед тем, как мы перейдем к той теме, которая сегодня предназначена для нас, мы помолимся. Лорена. Dear Heavenly Father, thank you for this day, thank you for everything you've done for us, thank you for the roof above our heads and for the bread on our tables. Be with us, bless everyone, forgive us, be with us. Amen. Аминь. Заключили ли вы завет с Богом? Конечно. Вы заключили. А как это произошло? Ну, водное крещение — это вот этот преобраз того, как ты заключаешь новый завет. Как оно происходит? Давайте опишите мне, вот что это за процедура, как она происходит? Ну, ты делаешь выбор, что ты идешь за Христом, что ты принимаешь, ты веришь, что Иисус умер за твои грехи, и это самое главное вот в этом учении. И идешь перед всей церковью, перед людьми, ты делаешь, ну, принимаешь, ты даешь слова обещания Богу, что ты будешь служить Ему верой и правдой. Хорошо, то есть в первую очередь ты говоришь, что это перед людьми. Перед небом, перед людьми ты показываешь, ну, да, перед Богом, завет. Да, ну это хорошая мысль. Это как, но что там еще? Что там еще? Первое, ты делаешь покаяние. Угу. Ну, ты каешься, признаешь, что ты грешник и что тебе нужен Иисус Христос. Но если сравнивать с заветом в Старом Завете и Новом Завете, это одно и то же. Мы заключаем завет с Богом, но в Старом Завете это был один знак, что мы заключили этот завет, mm-hmm. а вот здесь этот знак, то есть либо явный визуальный признак того, что мы заключили завет, это водное крещение. Хорошо, вот мы раскаялись, для этого не нужно все знать, да, для этого не нужно прийти святым к Богу, но мы начали этот путь, мы раскаялись, нас какой-то пастор погрузил в воду, мертвого этого плохого человека оставил в воде, и мы воскрешаемся для новой жизни с Богом. Есть ли преимущество в этой новой жизни в сравнении с тем, что было до этого? Да, у нас есть обетование, что мы получим жизнь вечную, что мы будем... у нас есть новое преимущество, потому что мы живем по законам, которые возрастают... Все законы, которые написаны, они написаны на любви. На любви в церкви, на отношения людей между людьми. Uh-huh. И это много чего меняет. Это, у тебя есть шанс иметь хорошую семью, которая будет стремиться к лучшему. У тебя есть шанс иметь друзей хороших, правильную любовь, правильное счастье, правильное... Ну, много чего. Хорошо. То есть, получается, преимущества не только о будущем, но и прямо сегодня они уже видны. Опять же, сравниваю с Старозаветним Заветом, который был как с народом, так и с Авраамом. Бог заключает завет с человеком, что человек, то есть Бог есть Богом для этого человека. И тут тоже, ну, он обещал очень много, что еврейскому народу, что Аврааму. И то же самое обещание переходит и на нас, потому что это тот же завет. И вот эти, то, что если он обещал всем, то и обещает тоже и нам. То есть, если, то же самое и нам. Да. То есть, много благословений даже мы можем в Ветхом Завете прочитать. Которые... Что будет нам сейчас, да. Хорошо. Наверное, самое главное в этом если вот это если действительно осознанное, полностью осознанное, обдуманное решение. Окей. Прочитаем 1 Иоанна 1:4. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Почему Иоанн использует слово «совершенно», а что, бывает какая-то другая радость? Бывает неправильная радость, бывает радость в наркотиках, бывает радость ну, в играх, там, каких-то зависимостях. Или временная, назовем. Или так. Временная, да. Все, что переходит уже потом. То есть радость может быть вначале нормальной, как бы правильной, но она может потом зайти в неправильную радость. Ну, пример с зависимостями какими-то. Сначала оно хорошо, но когда очень много, то уже... Даже не зависимостями, а вспомним Давида и Версавию, и его радость.
Она была настоящей? Да. Я хочу сказать, что это очень глубокая вещь. Вот вы сказали то, что я тоже себе так подумал. Если пишет Библия нам, что эта радость с Богом, она совершенна, значит, есть какая-то радость фейковая, несовершенная. А как определить, как отличить настоящую радость? В чем отличие? Я подумал по последствиям. То есть, к чему эта радость приведет? Совершенная радость Божья приведет к хорошим результатам, или результат этой радости будет хороший, а несовершенно, значит, будет нехороший. Интересно. А я еще с Библии дам ответ интересный. Галатам 5, 22-23. Мне кажется, что этот текст, эти два текста, тоже нам подсказывают, как определить настоящую радость. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Это плод или плоды? Здесь ошибка? Плод. Видите, тут вообще интересно. Павел говорит, что это все один плод. То есть, если у тебя нет любви, мира, если у тебя нет милосердия, значит, у тебя и радости настоящей нет. Потому что настоящая радость, у нее есть и другие грани, вот эти все. Воздержание. Вы говорите о зависимостях. А вот здесь Павел уже отвечает сразу вам в ответ. Если ваша радость в ваших зависимостях, это не настоящая радость. Потому что у вас нет self-контрола. Вы не контролируете собой. Это уже рабство, это не настоящая радость. Если у вас нет любви, вы думаете, что у вас там деньги, другое, это не настоящая радость. Вот интересное такое объяснение. Даже, да, если даже посмотреть, ну, в современном мире, получается, люди, вот, которые ищут радость в этом мире, в каких-то вот вещах, они даже богатые люди, которые у них есть все, они приходят вот к, ну, как бы у них к выводу получается, что ни в деньгах, ни в каких-то вот богатствах или вот каких-то там путешествиях или в чем-то таком, они не находят эту радость. И они все начинают прибегать к какой-то там религии, поисках Бога, как бы духовные вещи ищут. Потому что как минимум они помнят, что они смертны. И они потратили даже свое время не на то, что надо. А как же аскетизм? Вот вы мне постоянно говорите, что вот есть эта разница, и вот согласно этому тексту, эта разница, она проявляется в первую очередь в христианстве, то есть христианин, у которого это все есть настоящая радость. Но я знаю, что на протяжении веков проповедовалось, что если ты христианин, ты не очень так прям и сильно радуешься, ты должен показывать какую-то серьезность. Просто не библейская вещь и все. Ангелы радуются. Христос написано много раз, что и Христос радуется, и ангелы радуются, и все небожители радуются, когда человек возвращается к Господу. Почему небожители, почему Бог может радоваться, а мы должны прибегать к вот таким вот экстренным способам самобичевания, чтобы сделать что? Чтобы кому что доказать? Я думаю, что дьявол хочет как-то извратить вот даже что-то хорошее, что дает нам Бог даже в этой жизни, что мы можем чем-то наслаждаться, он хочет это извратить и как бы сделать христианство в какой-то, замотать какую-то нехорошую обгортку. И я бы хотела добавить, что когда мы радуемся, мы вот в таком поднесенном настроении, нам хочется поделиться своей радостью с другими, нам хочется общаться, нам хочется рассказывать о той радости, которая в нас. И это один из способов проповеди Евангелия, наверное, потому что если мы будем отделять себя от других, станем аскетами, как мы будем выполнять поручение Божье, друзья? И понравится ли людям, которые смотрят на нас, та страна, о которой мы проповедуем? Наш вечный, унылый внешний вид, который хочется всегда пожалеть, и что же с тобой не так? Даже, да. Я хотел добавить просто, даже вот тех людей, которых мы знаем по истории, истинных христиан, первых христиан, которых отдавали в Колизей на съедение там зверям, на распятие, получается, они по истории мы знаем, что они пели и радовались. Их распиливали, они пели, радовались. И как бы даже смотря на этот факт, то мы понимаем, что даже в отчаянных моментах нам нельзя опускать руки, нам надо даже в отчаянных моментах прославлять Бога с радостью. Даже принимать даже свою, даже вот в таких моментах смерть принимать с радостью. Я думаю, крутой пример. Да. Я думаю, что он имел в виду, нужно радоваться искренне, то есть со всем сердцем, и чтобы это было как бы из твоей всей душой как бы. И искренняя любовь приходит от... Искренняя радость приходит от любви. Это как бы главное, потому что Бог есть любовь, и Он дарит любовь.
Интересно. И радость. И я вот, вы только что такой пример, то есть вы говорите мне только что, что и у христиан бывают страдания и переживания, и проблемы, как и у других? И еще больше, потому что нам еще надо больше self-control, надо больше себя контролировать, надо больше за собой смотреть, надо больше раскаиваться, и при том всем... Ну тогда логический вопрос, так если у нас тоже есть страдания, у христиан тоже есть проблемы, так а в чем тогда главная причина этой радости? Но мы можем отличить настоящую от ненастоящей радости. А где брать энергию для этой радости? Ну, в обетовании. Ты так сказал о христианинах. Христианин — это же, ну, это же не какой-то там ряса, что ты оделся и все, я уже какой-то другой. Христианин — это последователь. Он идет только. У нас настоящая радость будет в вечности. То есть христианин может стать любой. Ну хорошо, тот, кто стал христианином, понятно. Но вот тот, кто стает христианином, где он берет эти ресурсы? Я хочу, чтобы вы прочитали Луки 10 с 17 по 20 текст. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоим. Он же скажет им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, и сие даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Какое интересное сравнение. Он говорит, чему не нужно вам так сильно радоваться? Успехам. Потому что могут успехи пройти эти ваши. Но и хотя это классно, что вам духи повинуются, и скорпионы не будут вас жалить, но радуйтесь чему? Какой главный корень и фундамент этой глубокой радости? Согласно этому тексту. Что записаны имена в книгах жизни? Я как-то помню, когда у меня тема такая была, я заставлял всю общину сказать громко вместе фразу: «Нам подарена вечность». Мы не осознаем, сколько это вечность. И в этой теме я долго рассказывал разные физические и математические там иллюстрации, чтобы хотя бы немножко понять, а что такое вечность, потому что наш ум не может это понять. И когда этот человек понимает, что это ему подарено, что такое эти проблемы, правда же? Но даже в этих проблемах, Андрей, нужно уметь радоваться, потому что, как истинные последователи Господа, в какой бы мы проблеме ни оказались, как бы нам порою сложно и тяжело не было, мы должны просто помнить, что есть конец, есть помощник, который нам помогает, и из любой проблемы нам всегда выведет и поможет. И это уже маленький, но повод для радости. Ну и даже как я вот для себя, просто мой пример, как я вот любые плохие обстоятельства в моей жизни, как я вот стараюсь с радостью их принимать, просто я не знаю конец этих обстоятельств, почему они пришли. Может, они даже от Бога пришли, получается. Может, у меня какая-то проблема в моем характере, и Бог посылает какие-то обстоятельства, чтобы изменить самого меня. И я просто не осознаю, думаю, что вот на меня там нет у меня денег или что-то там случилось, и я уже там плохо там к этому отношусь. Но на самом деле, может, Бог как-то хочет, например, чтобы у меня не был идолом, не были идолом деньги или что-то другое. То есть я, когда так начинаю смотреть на все, и я конечно, не знаю, что просто идет как бы по времени, а что Бог посылает, но хотя бы мне так легче принимать с радостью, что меня Бог учит, меня Бог не забывает. И в принципе, все проблемы, которые Бог мне дает, Он меня через них проводит. Говорил один пастор, противоположность радости — это не страдание, а безнадега. Вот когда у человека нету надежды, нету понимания того, что в этих страданиях тоже есть смысл, тогда, конечно, он печалится. Но когда человек понимает, что и в страданиях этих есть смысл, есть тот, кто руководит, кто ведет, и есть надежда, тогда и в страданиях человек может чувствовать себя радостным. Вот истинная радость. Толстой написал «Исповедь». Угу. И вот как раз в этом произведении он пишет, что если все наши надежды полагать на что-то тленное, что когда-то оборвется, тогда нету смысла вообще жить. Если нету идеи какой-то вечной, тогда ничего не имеет смысла. И вот как раз настоящая радость, если она базируется не на чем-то вечном, она не имеет никакого смысла, и она не истинная. То есть тогда только это настоящее будет настоящей радостью. Все остальное тленное, просто тогда не радость, и она не принесет никакого удовольствия. Насчет испытаний хотел такой пример просто добавить. Вот даже наши бабушки, дедушки, которые проходили там все, ну, во времена СССР, которые жили, притесняли их,
И они в то время, некоторые из них, получается, даже радовались, что вот, ну, например, их не брали на какую-то отдельную работу. Может, они в этот момент, когда вот еще их притесняли, они не сильно так радовались, но после этого, когда это все развалилось, они нам напоминают, вспоминают, вот я это прошел, мне это... Ну, на самом деле, я вижу, вот они радуются, они хвалятся даже этим. Даже это мне... Ну, мне кажется, иногда вот полезно сравнивать себя с кем-то, или смотреть назад, что прошли наши те же бабушки и дедушки, чтобы ценить и чтобы понять, что у нас еще не безнадега. Да, это 100%. Римлян 8.1. Еще одна причина для радости, друзья. Теперь тем, кто находится в единении со Христом Иисусом, нет никакого осуждения. Как это понять? Нет осуждения вообще. В чем и почему? Делай, что хочешь. О чем этот текст? Ну, я просто так понимаю, что это не означает, что мы вот все праведники, ну, как бы, что мы наши дела, мы не делаем никаких там плохих делов. Это просто означает, что у нас есть праведность Христа, и мы только вот этой праведностью просто спасаемся. Кто во Христе? Потому что Бог на него смотрит как на Христа. Для него нет осуждения. Но все-таки это тоже, конечно, очень сильная причина, почему... Человек, который в завете с Богом, он радостный, потому что у него нету этого, как бы этих проблем прошлого, которые тянутся за ним. Он их отпустил. Он понимает, что да, есть вот такой шанс у него делами Иисуса оправдаться. Но все-таки что делать с людьми, которые не могут это отпустить? Не знаю, знаете ли вы, но я знаю людей, у которых чувство вины просто мешает им радоваться жизни. Это просто, ну, дьявол их в этом ловит, получается. Это... Ну, как бы они не могут оставить то, они не до конца верят в силу крови Иисуса Христа, в жертву Иисуса Христа. Mm-hmm. И когда они так вот, вот даже бывает, задаешь вопрос, ты спасенный? Ты веришь, что ты спасенный? И он уже замялся, где-то застеснялся. Mm-hmm. Это означает, что он не до конца утвержден во своей вере. Не надо делать много хороших. Я сам не сильно там вот во всем хорош, я стараюсь совершенствоваться, но... Я до конца верю, что вот сколько, ну, Бог меня доведет до конца. Бог сделает с моим характером все, что надо. Я стараюсь, отдаю свою жизнь в руки Бога, и Он это доведет. Есть какие-то, может, практические советы таким людям, что вы им посоветовали? Много молиться и читать Библию. Хорошо, что еще? Пост. А я знаю, у нас был недавно психиатр, он говорил, физические упражнения. Здоровое питание, 7 благодарностей проговаривать каждый день, за что ты благодарен. Ой, очень много. Хороший сон. Потому что дьявол это делает. Я помню историю, помните, как-то Саул пришел к женщине, которая как бы вызывала мертвых. Кто на самом деле говорил с Саулом? Ну, не Самуил, конечно же. Но что вот этот враг человечества говорил Саулу? Помните? Он сказал, что сыновья... И... Так случилось? Так случилось. Он сказал всю правду. А в чем была неправда того, что говорил этот как бы Самуил? У него было спасение. А правда того, чего там нет, там не было надежды. Вот все пророчество правильное, но там не было хотя бы слова, что «ну у тебя есть шанс». Дьявол постоянно хочет нас унизить, сказать, что «ты плохой, ты недостоин». Христианство, конечно же, это о другом. Это не о таком вот законничестве плохом, когда ты постоянно чувствуешь себя виновным. Нет, это путь освящения, но не путь вины. Но с чего начинать диалог с таким человеком, как ты посоветуешь? Мне кажется, что такие люди, извини, перебила, они не полностью осознают любовь Божию к человеку. Они ее вообще, наверное, не осознают, потому что любовь Божия проявилась в том, что Христос пришел и пролил свою кровь. Он умер за тебя, Он любит тебя. Независимо, какой ты грешник. До того, как ты к нему пришел. До того, как ты пришел, до того, как ты согрешил, Он знал, что ты согрешишь. Он все равно тебя любит, прощает. И нету смысла впадать в вот эту вот депрессию, вот эту безнадежность, потому что ты просто должен осознать, что несмотря на все эти поступки, которые делаешь, любовь Божия. Я думаю, это прекрасный ответ. Мне не нужно уже ничего говорить. Читаем еще один текст. Это Иоанна 11:25-26. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Когда это обетование исполнится?
Мне нужна конкретная дата. Цифра. Уже считали. Верите ли вы в это? И как бы в чем проявляется вера наша? Это ожидание, это то, что это случится. Веруем. Веруем, да? Это тоже причина для радости. Конечно же, как-то тоже я помню иллюстрацию, говорил пастор один, вот представим себе, что вот вы все имеете лотерейные билеты, и вы вышли на сцену, и вы вот стираете этот защитный слой, и у кого-то из вас миллион. Говорит, узнает ли публика по вашему лицу, что что-то там таки есть? Он говорит, а почему по нашему лицу не видно, что вот то, что только что я прочитал, это реальность? Это то, что нас ожидает. Да, не прямо сейчас, но очень-очень скоро. Это, конечно, тоже причина радоваться. И, как говорят, это не просто пустой такой оптимизм. Ну, я оптимист по жизни. Это больше энтузиазм такой. Да, я хочу что-то делать. Я хочу быть активным, потому что у меня есть эта надежда. Слово энтузиазм вообще-то это entelos. Бог в. Бог внутри. Это такое чувство, что Бог с тобой, Бог в тебе. И давайте представим еще один текст. Это уже, а в чем же должен быть этот энтузиазм, как следствие нашей радости? Матфея 28, 19, 20. Это то, чем заканчивает Евангелие Матфея. «Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что я вам повелел. А я буду с вами все время до скончания века». Кого касается это повеление? Потому что это не просто Матфей этим словами закончил, это Иисус сказал. Ну, я считаю, что всех. Не только учителей, не только пастырей, не только диаконов. Это считается каждого из нас. Каждый может посвидетельствовать своему соседу, своей жизнью, даже не надо словами. Mm-hmm. Да, каждый может на работе посвидетельствовать какому-то человеку или даже в магазине, просто каким-то своим поступком. Не обязательно словами. Mm-hmm. Вы как думаете, есть шанс у каждого из нас? В своей жизни можно свидетельствовать. Это можно шанс, ничего никому не сказать, но жизнь покажет. Это повеление всем. Это то не есть каждый, шанс? Да. Это то, что ты должен поставить цель такую, да? Сделать всех учениками. Пойти учить, но учить не то, как жить, а учить, чтобы следующий тоже был учеником. То есть запустить как бы учителем. Эту цепочку. Учитель. Да. Учить, быть учителем. Да. И вот эта цепочка. Причем быть не просто миссионером, говорят, я сказал. Зажечь. Написано «крестите». Да. Быть успешным миссионером. Сделать так, чтобы привести этого человека к решению. Это тоже важный момент. Не сказать, да я главное, что исполнил свою роль и миссию, а он пусть сам решает. Нет, ты должен помочь. Есть люди, которые сами не могут прийти, их нужно принести, как расслабленного, и может даже разобрать что-то, вытянуть его насильно и привести. А у меня вопрос, Андрей. Просто нам надо выбирать, получается, кому надо свидетельствовать, кого надо делать учеником, кому надо вот вообще это слово донести. Вот этот очень плохой, он не заслужил, как бы он не заслужил это спасение, а вот этот вот более-менее добрый, его надо проповедовать и дать просто какой-то урок от жизни. Или дать просто момент, ну, рассказать про Бога что-то. Или как ты думаешь? Я скажу, в то время даже вот даже было разделение вот эти народы целые, плохие, а эти хорошие. А здесь Иисус говорит, научите все народы. Все народы. Это простой ответ, но очень глубокий. Все народы, даже эти ужасные, иди к ним. И мы смотрим на миссионеров, которые рисковали жизнью, но хотели исполнить максимально, сколько есть возможностей. Еще, если вот так провести параллель, Бог же сказал, идите научите. Он не дал рецепт, как учить, что там читайте Тору. Всем читайте Тору или всем рассказывайте, как я там жил. То есть мы, по сути, мы сами являемся свидетелями, и наша жизнь свидетель, это наша жизнь и есть Евангелие. То есть ты можешь даже не знать, что ты уже свидетельствуешь. Ты не выбираешь, кому ты свидетельствуешь. То есть ты спрашиваешь выбирать кого-то, вот ему или ему. Но если ты в твоя жизнь есть свидетельство, то ты пройдешься просто, и все, кто тебя видел, ты уже им всем свидетельству. Но не забывайте, что все-таки здесь написано «идите и учите». Не думайте, ну, если я живу, то я уже как минимум все исполнил. Нет, нужно думать, где и что-то сказать. Ну, в окончании хочу, может, как вывод для нас и вдохновение, и для наших зрителей сказать вот такой текст прочитать из Псалма. «Твердят многие, даст ли нам кто-нибудь счастье?» Многие твердят это.
«О Господь, светлым взором на нас посмотри, моему сердцу дал ты радость, какой не бывает даже у тех, у кого хлеба и вина вдоволь». Это было, наверное, тогда самое, что крутое, у тебя вдоволь хлеба и вина. Он говорит, а я могу почувствовать это счастье и радость глубокую именно от Бога больше, чем у тех людей, у которых такое есть. Есть такая проповедь у Спарджена, называется «Магнификат». Я прочитаю отрывок с этой проповеди в окончании всех наших уроков. Некоторые люди Божьи живут так, словно их Бог мертв. Их поведение можно было бы оправдать, если бы у нас не было обетов Бога, если бы наш Бог не был верным Богом, если бы Христос не был совершенным освободителем, если бы Слово Божье могло в конце концов оказаться обманом, если бы у Бога не было сил хранить свой народ, если бы Ему не хватало любви довести нас до конца, да, тогда бы у нас были причины плакать и отчаиваться. Тогда можно было бы посыпать голову пеплом и одеться во вретище. Но пока Бог сущий, истинный и верный, пока Его обещания твердые, как древние горы, пока сердце Христа принадлежит Его невесте, пока руки Бога не ослабли и зрение Его не притупилось, пока Его завет и клятва незыблемые и неизменные, правые сердцем не имеют права ходить понурыми все свои дни. Вы, дети Божьи, воздержитесь от плача и восклицайте скале вашего спасения. Давайте предстанем перед Ним с хвалой и явимся перед Ним со славословием». Ну, такая песня, может, как бы словесная, но она говорит очень важную вещь. Бывают дни страданий, бывают дни печали, но жизнь, радуясь вот такой глубинной настоящей радостью, это вот обязательное следствие настоящих отношений с Богом и хороших отношений с людьми. Пусть эта радость будет у каждого из нас, в наших семьях. Я этого желаю также всем тем, кто был с нами на протяжении всех этих уроков. Пусть в этом прославится Божье имя. И в конце мы помолимся. Боже наш дорогой, благодарны Тебе, что Ты дал нам возможность. У нас была прекрасная команда, которая снимала нас, организовывала монтаж, записывала звук. У нас были возможности и есть возможности иметь студию и технику, где это записывать. У нас есть возможность публиковать это таким образом, что каждый, кто хочет, может открыть, и есть простой, легкий доступ к этому. И пусть это служение будет действительно благословением и для тех, кто работает над этим, и для тех, кто слушает и принимает. Благослови нас на будущие проекты, давай нам правильные идеи и силы, чтобы эти идеи воплотить в жизнь, чтобы Твое повеление сделать учениками всех народы и крестить, это было реальным, практическим повелением, которое работает в нашей жизни, в наших словах и в нашем служении. Благодарим Тебя за все. Отдаем Тебе славу за прекрасную надежду, которую Ты нам даешь. Наша молитва во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.